Добрый вечер. Я что митинг в Петербурге продолжается, сейчас начнется выступление на трибуне. Пока давайте вокруг посмотрим. Смотрим вокруг. Ну, куча полиции, что окружилось, все зачем-то отпекло, непонятно. Не проехать. И вот ЛГБТ-колонны, например, их вообще куда-то там зажали. Сейчас мы тоже поснимаем. Вот провокатор, который был в Украине. Вот он напал именно на кого-то. Виза, ноги сюда! Что, давай сюда спровоцировал, напал на кого-то не будет. Что он сделал? Что он сделал, брат? Так мы не заметили, мы позже подошли. Просто. Не видели, что он напал? Ну, напал я не видел. Провокатор, блин. Ну, вот такая остановка здесь. Вот эта как бы колонна. Дорогие друзья, я прошу внимания, мы сейчас начинаем наш митинг. А сегодня 1 мая антивоенный демократический марш. Марш, посвященный солидарности с Украиной. И первое, что я хочу сказать перед тем, как мы начнем, я хочу от всех, кто здесь собрался, от всех петербуржцев, которые тоже против войны, я хочу попросить прощения Украины, украинцев, которые здесь или которые нас слышат через трансляции телевизионные. Простите нас, что мы не можем остановить то, что делает Путин по отношению к вашей стране. Мы не можем это остановить, но мы можем высказаться против этого. И мы будем продолжать это делать, и надеемся, что наш голос будет услышан. Спасибо. Мы сейчас начинаем вести митинг «Буду я». Меня зовут Наталья Цымбалова и мой коллега Михаил Новицкий. Он вам также споет песню. Да, может быть. А я приглашаю на сцену первого выступающего. Это Елена Чижова, писатель, русский пиан-центр. Здравствуйте. Я не политик. Я действительно писатель, но я хочу сказать несколько слов и начать с того, что я дочь и внучка фронтовиков. Мой дед погиб под Ленинградом на Синявинских болотах в день снятия блокады. И до сих пор не похоронен, и мы не знаем, где его могила. Мой отец ушел добровольцем в первые же дни войны и дошел до Вены. В 91-м году, когда мой отец умирал, он был счастлив, что дожил до краха Советского Союза. Он говорил мне о том,
что, конечно, его поколение, скованное страхом, не сумеет воспользоваться этой свободой. Но мы сумеем. И вот теперь, последние 2 месяца, когда я слушаю, что происходит на Украине, и что происходит в России, что происходит в нашей России, мне очень стыдно перед памятью отца. Я не могу слушать наших пропагандистов, которые беззаконно присвоили себе право говорить от лица большевиков, ветеранов и тех людей, которые сами знают, что такое праведная война. Историческая память – это очень сложное чувство, но я точно знаю, что это не жажда реванша и не желание задушить в наших неосоветских объятиях народе, у которых больше шансов, чем у нас, стать свободными. Мне было страшно, когда я услышала, что Совет Федерации единогласно проголосовал за войну. А они проголосовали именно за войну, потому что так иначе называется введение войск на чужую территорию. Мне действительно очень страшно и стыдно. И единственная моя надежда заключается в том, что все-таки этот морок, этот страшный морок, в который мы сейчас попали, я имею в виду Россия, она все-таки рассеется. И в конце концов вся память о Советском Союзе уйдет, и наступит мир. И Украина, и Россия будут свободны. Я забыла сразу сказать, у нас есть телефонный номер специальный, на который мы приглашаем вызывать смски, которые мы потом доставим со сцены. Если вы хотите донести какую-то мысль до большого числа людей, если вы находитесь здесь или вы смотрите трансляцию, вы можете послать смс в поддержку нашего марша антивоенного на вот этот номер, который здесь написан. +7 981 826 99 14. Спасибо. Ну, а сейчас предоставляю слово члену Федерального комитета партии «Яблоко» Михаилу Алонову. Дорогие друзья, я сегодня хочу поговорить с вами о наших идеалах, о наших демократических идеалах. И я сегодня в нашей колонии я вспомнил конец 80-х годов. Где-то здесь скоро исполняется 25 лет, как я пришел на первое собрание Ленинградского народного фронта в Калининском районе. И вот там один человек, который был старше меня, сказал мне очень важную вещь, которую я помню до сих пор. Он сказал: молодой человек, мы должны добиться того, чтобы власть в нашей стране менялась через выборы, через демократические процедуры, через свободу прессы. Мы должны создать такое сообщество людей, которые будут настроены на это, на то, чтобы не идти революционным путем, а идти через выборы. И сегодня, на самом деле, я могу сказать, что в нашем отношении к тому, что происходит на Украине, есть большой раздрай. Многим сегодня в России кажется, что революционный путь – это правильный путь. Но давайте посмотрим, во что превратилась наша соседняя, братская наша страна. Ну и не без помощи нашего правительства, конечно. Это говорит о том, что призраки национализма, призраки ксенофобии, столкновение людей разных регионов, разных убеждений, когда силой пытаются решить все вопросы. Вот это сразу же вылезает на поверхность, как только люди отказываются от своих тут. Как только люди отказываются от своих глубинных демократических
будет большая проблема. А теперь, да, друзья мои, украинские националисты, я вас слышу. Не надо нам подбрасывать националистические силы. Так вот, друзья мои, а теперь я хочу сказать вот о чем. Наш сегодняшний митинг, наше шествие, прежде всего за мир, за то, чтобы правительство России прекратило шантажировать Украину. Огромным позором является решение Совета Федерации о разрешении применения силы, вооруженных сил России на Украине. Это прямой шантаж. Это прямой шантаж, это недопустимо. И я с сожалением должен сказать, что за это решение проголосовали почти все депутаты законодательного собрания. Открыто против этого голосовали только мои товарищи по фракции «Яблоко». Друзья мои, митинг – это дело такое активное. Я хотел бы обменяться с вами некоторыми идеями, услышать. Да. Я хотел бы задать вам несколько вопросов и хотел бы получить на них ответы. Демократия. Да или нет? Демократия. Да. Демократия в России. Да. Демократия на Украине. Да. Россия – это Европа! Да! Украина – это Европа! Да! Украина и Россия вместе! Да! Нет войне! Да! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Хочу сказать, друзья мои! Нет войне! Нет войне! Такое интересное выступление сегодня. Последнее, что я хочу сказать, друзья мои, это о патриотизме. Вот здесь сегодня собрались люди, которые любят Россию и которые любят Украину. Мы патриоты, потому что быть патриотом сегодня – это быть демократом. Быть патриотом сегодня – это выступать за мир между Россией и Украиной. И совсем последнее. Руки! Не дают сказать. Руки прочь от Украины! Спасибо, друзья! Пауза. Да? Пауза не так,